футбол. Он может ранить и унизить. Каждая победа — это чье-то поражение. Каждый триумф — это чей-то разгром. Но впереди новый сезон и новые возможности для реванша, для славы, для бессмертия. Храбрецы выйдут на поле, как воины на битву, плечом к плечу, чтобы сойтись с соперником. Жажда игры, стремление превозмочь себя, играть, бегать, вести мяч, защищаться, нападать, забивать голы и праздновать. Новый сезон означает, что появятся новые звезды, новые команды добьются триумфа, новые стадионы будут реветь от восторга, предстоят новые испытания, разгорятся новые футбольные баталии. Во имя славы, во имя спортивной чести, во имя футбола. Игра, которую мы любим, игра, ради которой мы живем. Каждое испытание, каждый радостный миг, каждую минуту, каждую секунду – это лучшая игра. Футбол – это мы. Сезон начинается 26 сентября.